В советском районе снова хозяйничают рыси. Пару крупных кошек заметили жители поселка Коммунистический. Местные обеспокоены, что дикие животные все чаще стали наведываться в населенные пункты. Напомню, в минувшем году хищники уже выходили к людям. Об этом в социальных сетях рассказывали жители Югорска. Тогда дикое животное самостоятельно отошло от города. Сейчас у поселка дежурит группа специалистов из природнадзора. Эксперты обследуют территорию и определят возможную степень угрозы для жителей Коммунистического. Отметим, что более чем в 75% случаев животных возвращают в естественную среду гуманным путем. Их отпугивают и вывозят в отдаленные от населенных пунктов территории.